Детский сад «Пчелка» расположен в Сосновом Бору на окраине Великого Устюга. Если само детское учреждение освещено практически со всех сторон, этого нельзя сказать о подступах к садику. Слабо различимая в темноте тропинка связывает микрорайон Барки и улицу Железнодорожную. Это кратчайший маршрут к ЖД-комплексу и Мороз-арене. Несколько десятков метров тропинки никак не освещены. Местные жители без фонариков здесь стараются не ходить. Пока снег идет, да, видно, а так ничего не видно. Ничего не видно. Как вы думаете, здесь мамочкам с коляском удобно ходить? Не, вообще кошмар. Угу. Ну, летом я хожу здесь, да, грязно. А еще и грязно. Да, лужа здесь, вот здесь все время болотина такая. Нет, если дорогу знаешь, можно пройти, а не знаешь, трудно. Просьбы сделать подступы к детскому саду освещенными не остались без внимания депутатов. Ранее, благодаря сотрудничеству администрации и подрядчика, был освещен участок за зданием ГИБДД, и теперь решается вопрос об освещении и этой народной тропы. Мы регулярно пытаемся там и отремонтировать эту дорожку, подсвечивали различными прожекторами, различные мощности все равно. Ну, это не тот, конечно, результат. Я думаю, мы, наверное, попробуем реализовать, да, эту проблему таким же способом, как и на этой пешеходной дорожке Дюралайтом, потому что другой способ там, наверное, практически невозможен. Поэтому будем искать решение, как это сделать, и ставим задачу это сделать. На данный момент вопрос находится на стадии обсуждения. Возможно, уже в этом году одним неосвещенным участком станет меньше. Степан Крижановский, Вячеслав Гуликов, телеканал «Русский Север».